Всем привет! Сегодня я хочу представить вам еще одну разработочку. Она примитивная, но сделана на Arduino Pro Mini с контроллером от Mega 168 16 МГц с питанием 5 вольт. В общем, что она из себя представляет? Это вот такой вот девайс. Корпус я взял от старой точки доступа D-Link-овской. Вот, к этому девайсу у нас подключен датчик. То есть это устройство из себя представляет сигнализацию протечки или утечки воды. У меня встала проблема одна. То есть газовый котел начал протекать. И очень неприятная история с этим произошла. То есть на утро, зайдя на кухню, я увидел огромную лужу воды, причем прямо на столешнице. Вот, ну, столешницы, наверное, у всех из ламината сделаны, да, или там из ДСП ламинированы. То есть, ну, очень большие шансы того, что такая столешница может вздуться под воздействием влаги. Вот. Ну и в том числе там и мебель, все прочее. Если были бы какие-нибудь электрические провода, тоже намокли бы. Соответственно, это все дело бы загорелось, задымилось. Так вот, чтобы предотвратить подобные случаи, я решил разработать вот такую вот простенькую поделочку. Датчик протечки воды. То есть этот вот сам датчик, он из себя представляет просто набор пластин. Можно взять что угодно, хоть два гвоздя припаять к проводу и подключить к Arduino к аналоговому входу. Вот. Сама схема очень примитивная. Сейчас я открою, покажу внутри. Так, что-то у нас. Ага, вот. Вот она схема. Тут, как мы можем видеть, у нас контроллер. Вот он. Arduino Pro Mini с процессором от Mega 168 кварц на 16 МГц. Вот. Далее здесь у нас подключены провода питания. Это у нас вход от датчика. Датчик подключен через резисторы ограничивающие. Также ко входу, аналоговому входу А0 Arduino. Также аналоговый вход А0 подтянут резистором у нас на землю. То есть на минус питания. Через 47 кОм. Для того, чтобы не было фантомных срабатываний от наводок электромагнитных на провода. Далее к выходу Arduino, к цифровому выходу, девятому у нас подключен просто светодиод индикация питания, синий светодиод. К восьмому цифровому выходу у нас подключен светодиод, показывающий сигнализацию, то что у нас сработал датчик, то есть наличие влаги. И к седьмому выходу цифровому у нас подключен через транзисторный ключ, просто эмиттерный повторитель, подключен динамик, бузер. Вот. Для чего используется транзисторный ключ? Потому что для этого динамика недостаточно будет тока от цифрового выхода Arduino. Поэтому я использовал транзисторный ключ. То есть динамик, включенный по данной схеме к Arduino, очень громко пищит. Это обычный системный динамик от компьютера. Вот. Тем самым при попадании влаги между контактами нашего датчика у нас, да, на один, кстати, на один из контактов у нас подается, ну, то есть ко входу аналогового, к аналоговому входу Arduino один провод подключен через резистор, да, а второй провод у нас на плюс питание подключен. То есть при попадании влаги с плюса питания начинает напряжение через влагу, да, через определенное сопротивление поступать на аналоговый вход. Вот. Тем самым на аналоговом входе появляется потенциал. Arduino контролирует это дело. Вот. Я поставил уровень свыше
100 единиц, то есть если значение на аналоговом входе свыше 100 единиц, у нас включается сигнализация, то есть это мигает светодиодик и пищит бузер трехтональным сигналом. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Так, я вот просто намочил палец и дотрагиваюсь. Вот. То есть, грубо говоря, вот даже на влажную кожу уже начинает реагировать. То есть, если этот датчик прикрепить, допустим, контактами вниз к тому месту, где у нас может быть протечка обнаружена, да, вот, можно прикрепить, допустим, его под раковину, да, и что-нибудь там поставить на него тяжелое, там придавить, ну, где у нас обычно ввод идет водопроводных труб, вот, можно прикрепить там, не знаю, даже сзади с обратной стороны унитаза, вдруг кто промажет, чтобы сразу сигнализация сработала, там под ванной, дабы избежать протечек, или допустим под стиральной машинкой автомат данный датчик можно разместить, тем самым если вдруг машинка начнет протекать, ну, стиральная машинка, я имею в виду, где-то течь у нее появится, у нас сразу наше устройство об этом индицирует, то есть и световой, и звуковой сигнализацией. Но я хочу установить данную систему под свой газовый котел. То есть само устройство, оно будет находиться сверху, просто лежать на газовом котле, сама коробочка вот эта. Вот. А датчик будет находиться как раз в том месте, куда с газового котла у нас стекает влага, ну, вода. То есть при протечках. Вот. И все. То есть как только начнет там что-нибудь покапывать, вдруг вот, эта вода попадет на датчик, и это устройство нам об этом сообщит. В частности, звуком. Больше надежды, конечно, на звук. То есть больше толку и информативности, так как на светодиод не всегда можно смотреть, там горит он или не горит, да, бегать там, обращать на него внимание. А звук — это совсем другое дело. То есть, если он запеликает, то будет слышно на всю квартиру. Вот, таким способом можно как-то предостеречь себя от возможных всяких последствий, связанных с протечкой воды, и вовремя предпринять какие-либо меры. Например, хотя бы для начала отключить воду. Перекрыть, да, и открыть там все краны, чтобы давление упало, вот, а дальше уже заниматься устранением протечки, то есть искать место и устранять. Вот, данное устройство, кстати, к нему можно подключить не один датчик, а сразу несколько, то есть просто параллельно, вот. То есть, допустим, на кухне, да, там под раковину, под посудомоечную машину, ну, везде, ко всем, то есть под все устройства, которые работают с водой, то есть к которым подключена вода. Вот, и, возможно, протечка. Вот. Ну, это и касается и санузлов, я говорю, там, и ванных комнат, или просто где-то там в бане у вас, допустим, кран. Между прочим, очень полезная вещь, потому что в бане бывает, да, если баня на улице стоит, там трубы перемерзают, и при оттаивании тоже начинает там хлыстать вода. И чтобы вот не затопило всю баню, такое устройство можно поставить, и вы уже будете знать. То есть, если звуковой сигнал пошел, ага, значит протечка пошла где-то воды. И вовремя можете предпринять какие-то меры. Вот. Также, в принципе, систему можно наворотить. Ардуинка может уже управлять у нас и GSM-модулем, там, и оповещать по SMS. Вот, и там, или радиомодуль какой-нибудь, и приемник поставить там где-то на расстоянии. То есть очень много всевозможных всяких идей можно реализовать. Я сделал самую-самую простую схему, то есть проще некуда, для того, чтобы быстренько ее монтировать, поставить и уже ну, контролировать протечку. Вот. Ну, со временем, может быть, наворочу, тоже сниму отдельное видео, выложу. Вот. Ну, вот такое вот полезное устройство. Рекомендую. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.